Да, обязательно, обязательно. Я очень хочу жить вечно. А что, хочу жить вечно, что тут продолжать? Я уверена, что, ну, к сожалению, до вечности, наверное, это будет не на моем веку, но я надеюсь, что на моем веку будет, когда делишки к могиле-то подойдут, я думаю, что люди будут жить дольше, чем живут сейчас, это точно. Но за 100 это точно. Ну, 100 пудов. Вот. И я думаю, что я это еще, я застану, и, может быть, даже войду в эту историю.